В Орленке также завершилась смена «Юный правозащитник» Федеральной службы судебных приставов. Ее участниками были 50 ребят, победителей одноименного всероссийского конкурса из 35 регионов России. Такая смена для детей сотрудников службы проводится уже несколько лет подряд с целью повышения их правовой культуры. На церемонии подведения итогов смены прошли показательные выступления группы быстрого реагирования «Рысь», состоялся мини-мастер-класс по комплексному единоборству, а лучшие участники смены были отмечены наградами. Сегодня закрытие смены, можно сказать, что это и праздник, но, конечно же, для вас, кто две недели бок о бок провели вместе, участвовали в различных мероприятиях, это еще, наверное, грустное событие.